got a hangover. Whoa, I've been drinking too much for sure. I got a hangover. Whoa, I got an empty cup. Pour me some more. Got a little bit trashed last night, night. I got a little bit wasted. Yeah, yeah. I got a little bit mashed last night, night. I got a little shit-faced. Yeah, yeah. Товарищ Вилат, и поехали. Агон. Агон еще тот будет, это я вам обещаю, понятно. Кошка начинает нарезать. Кошка. Кошка. Кошка спаса, кошка моя. Кошка. Кошка спаса, кошка моя. Кошка.
Кошка! Кошка моя! Я по тебе скучаю! Кошка моя! Кошка! Кошка! Кошка моя! Я по тебе скучаю! Папа, кветка, ветка, ветка и цирквет. 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 Второй раз подставляется кошка, второй раз кошку мою убивает. Кошка моя. Второй раз подставляется кошка, второй раз кошку мою убивает. Кошка моя. Вам бое, вылазит Найкс, слишком далеко, Найкс, Пату, цепанули Найкса, правда в рейдже не могут его сбить, залетел Фир, очень битый, Фир украл Финскрип, не знает кого бы цепануть этим Финскрипом, его пытается очень быстро убить, он никого таки не цепанулся, Дрена разорвала один в один замес, разорвала также демона, пас проседает, пас тоже умер, ну выйдет с шапкой на голове Жио, поэтому не может грызть Блэка, Пата пытается улететь, Жио грызет его. Кошка моя. Beyond Godlike, Маус Кошква, 9-2 на 5, и на US Исте Мауза выигрывают. Кошка моя. Кошка моя. Кошка моя. Кошка моя. A cocoon in a silent tree. Through the dark night, you listen to me when I whisper broken words in your ear, and you push me high to the surface. Tell me why do we make it so hard?
look at us now. We only got ourselves to blame. It's such a shame. How many times can we win and lose? How many times can we break the rules between? Face me now, here on this stage tonight. Let's leave the past behind us. Eye for an eye, why tear each other apart? Please tell me why. Why do we make it so hard? Look at us now, we only got ourselves to blame. It's such a shame. Tell me how many times can we win and lose? How many times can we break the rules between us? Only teardrops. How many times do we have to fight? How many times do we get it right between us? Only teardrops. What's come between us? What's come between us? Only teardrops. What's come between us? Can we win and lose? How many times can we break the rules between us? Only teardrops. How many times do we have to fight? How many times do we get it right between us? Only teardrops. Only teardrops. До
Доброго времени суток, дорогие друзья! Как вы видите, у нас продолжается просто-напросто безудержное веселье. У нас продолжаются попытки игроков и команд стартануть игру, пока, скажем так, не самые успешные. Это третий день LAN-финалов чудесного турнира под названием Raid Call eSport Champions League. И этот турнир, собственно, для вас комментирую я, Вилат, собственно. Как всегда, вечером будет у нас Каспер. Ну, вечером по китайскому времени. А сейчас, кстати, ко мне присоединится инмейт, который где-то здесь рядом. У нас админы почему-то забывают поставить Captain's Mode. Ну, да ладно, бывает такое, да, кто-то там затупил. Кто-то там забыл о том, что вообще нужен этот самый Captain's Mode. И вот такие вот пирожки у нас получаются. Ребят, турнирную таблицу я вам, конечно же, хочу напомнить. В первую очередь это... Напомню вам, что это подгруппа Б, где на данный момент все команды сыграли по 2, по 3, некоторые даже по 4 игры. Но из-за каких-то там, я не знаю, даже из-за каких конкретно проблем, команда Rattlesnake стартует в этом турнире только. Сейчас турнирная таблица выглядит на данный момент вот так. Tong Fu имеют 6 очков, собственно, у Tong Fu 2 победы в 2 матчах. Rising Stars 4 матча, 2 победы, 2 поражения. Команда LGD International 1 победа, 2 поражения. У них, хотя нет, подождите, здесь, по-моему, нету как раз-таки матча вчерашнего между LGD Int в этой таблице. Да, здесь нету матча между LGD International. Здесь много чего нету. Здесь много чего нету. Каспер вчера не обновлял. Гаденыш. Ладно, в любом случае, мы прыгаем с вами в игру. И сейчас к нам подключится наш сосастер. Здравствуйте, здравствуйте. Как ваши дела? Спать охота, но в целом ничего. Почему это спать охота? Вы на практике, молодой человек. Вам вообще не должно быть, в принципе, хотеться спать. На практике мне через час надо быть, а не прямо сейчас. Работать, работать, еще раз работать. Вообще, сон — это для лохов, короче, спать нельзя. Все очень просто. Принято. Все нереально вообще просто. Так, у нас первая игра должна была быть другая, но китайцы просто взяли и поменяли расписание. Ну, дай бог с ними, у них-то вообще в порядке вещей. Вчера тоже они поменяли расписание, сегодня меняют расписание. Так что, как есть, так есть. Поменяли. Проблема в том, что это РС против РС. Да, РС против РС — это любимая игра всех комментаторов в мире, от которой просто-напросто я всегда кайфую, ну, потому что, ну, вы знаете почему. Так, я сейчас пока обновляю табличку этой группы, чтобы понять, что здесь происходит, потому что получается так, что опять-таки стартовали... Ну, РС только стартует в турнире, в то время как все остальные уже тут финишируют. Проблема. Который из РС? Да. Фу, блин. Ну вот да, мы об этом же. Которые Rattlesnake, собственно, только-только стартуют в турнире. И вот, например, те же Tong Fu уже 4 игры сыграли, 3 выиграли, 1 проиграли. А тут пацаны только-только начинают. Все, я, кажется, обновил турнирную таблицу. И теперь она именно в таком виде, как должна быть. Вот она, вот такая вот. Tong Fu 3 победы, 1 поражение. Rising Stars 2 победы, 2 поражения. LGD Int 1 победа, 3 поражения. XPY 0-4, DK 4-0. То есть, ну и Rattlesnake сегодня сыграет все 5 матчей. Расклад понятен, если Rattlesnake... А сколько команд выходит? 4. Ага, то есть если сейчас Rattlesnake совершенно случайно всем проигрывают, то Сирёня и компания выходят. Да, то выходят. Ну, вообще все просто. Если Rattlesnake проигрывают LGD Int, ну, хотя остальным... Ну, короче, все очень интересно. То есть зависит от того... Все надежды Сирёня и компании как раз-таки на то, что Rattlesnake кого-то там убьют. В частности, вот здесь команду Rising Stars. Просто какой там получится расклад, если они убьют здесь Rising Stars. Ну, потом они у этих хрю выиграют 100%. И все. Да, у них будет 6 очков. Ну, а потом LGD Int выиграет у Rattlesnake, и будет у 3 команд по 6 очков. Rising Stars, LGD и Rattlesnake. И тогда будем считалку играть.
Тогда ну, китайские админы что-то придумали. На месте ДК было бы нормальным явлением просто слиться сейчас вот, для РСов, которые... Чтобы не выпустить Сереню из группы? Ну да, все-таки мне кажется, что Сереня пожестче будет именно в финальной части. Может быть. Будь здоров. Ух, спасибо. Что-то чувствую, что-то будет вечером. Ты мне скажи, там Каблака уговорил ворваться на потом? Мы с ним договаривались еще позавчера. Он сказал, что окей, но сейчас он офлайн. Поэтому я ему сейчас пишу. Артур Говстрим, тут твои бомжи катают. Вот, капслоком я ему написал. То есть, как бы, после такого обычно не отказываются. Как бы, когда тебе капслоком пишут, я думаю, это понятно. Вот оно что. Ну так, а ты что, не знал этого? Я думаю, откуда у меня это непреодолимое желание постоянно что-то делать? В смысле? А, ну, потому, да. потому что тебе капслоком пишут? Только капслоком. А, ну так понятно. Капслоком и еще по одному слову в предложении, знаешь? Да, так? Да, типа go играть. И ты, да, блин, go играть. Ну, я же хотел поспать. Ага, неинтересно. И ты идешь до 5 утра. Это не круто. Так, там, смотри, хороший пик у нас намечается. Я чувствую, Rising Stars решили сразу похоронить Rattlesnake, и все. Просто я уже вижу этого Деваура, который просто на 15-й минуте уничтожает Алхимика. Вот просто вот так вот. Вот с плюс 150. Как ты, кстати, относишься к вчерашнему поступку команды Empire? Что они сделали? Они написали слово из трех букв вардами на базе у соперника. Нормально. Не, я понимаю там, да, блава, я понимаю. Ну, лост! Ну как? Лост! Куда ты? Все во все тяжкие просто-напросто. На тебе эти давно не был. Кто? Лост? Лост, да. Наш обычный там ездит отдыхать. Чакру там обновляет. А теперь у него запасы кончились, его понесло. С кем они так играли-то? С этими, с Айлами бывшими, Флипсайд, ну, с Манией компанией. И настолько там все было грустно, что они не могли выложить. Так они выиграли самое смешное в итоге. Ну, это понятно, это они так выигрывали. Когда ты выкладываешь на своей базе, ты проигрываешь, когда ты выкладываешь ну, в чужой, да, базе. Обычно ты, значит, уже там закрепил плацдарм. Хлост, а? Что-то не ждал. Все их обсуждают что-то вообще, все. Этот поступок серьезнейший такой. Нет, ну, знаешь, если даже, честно, я говорю... Даже перебили ну, команду Нави. Ну, их с ним, короче. Этим действием они даже перебили команду Нави. Команду Нави с чем? Female. А, Нави Фимейл? По обсуждениям. Да ну, Нави Фимейл, по-моему, не перебьешь вообще. Надо работать. Кстати, Нави вчера выиграли у этих, у Фнатика среди ночи. И они поедут через неделю таки в Валенсию играть с Маузами Best of 3. Ну, блин. Так. А вот и Габлак. Так, ну это уже слишком серьезно, как бы. Я сейчас понимаю, что... Просто пик хороший. Там нет сейчас никого, кроме птичи, которые быстро могут снимать этот Living Armor. Ну как бы да, птички снимают, ну сейчас доберется какой-то, я не знаю, лишь рак, да и все. Просто вот если сейчас ты собираешься драться до 6 уровня Визаджа, тяжело будет убивать. Если там, ну, Дестройер, ну что он там, как он их будет сбивать там? 5 секунд этот Living Armor, Лавстиля под рейджом тоже не очень быстро это делает на начальных уровнях. Получается, что вот легко выиграть будет первые 5 минут игры с Тринтом. А тут пишут, надеюсь, что не будут фармить 79 минут. Не, эти не будут, ребят. Эти не умеют просто. Еще не научились, как бы, фармить так долго. Я тут смотрю, завтра в Польше будут эти LAN-финалы ESL. Я тут смотрю просто команды, которые будут играть, и меня аж передергивает просто. Imaginary Gaming, Infernity, Flipside, Red in the Dark. Фантастика.
Ну, еще будет Fnatic, EG и Маус. То есть такой серьезный вообще. Альянсы не поехали? Не, Альянсы не поехали, Квантики не поехали, Virtus.pro не поехали, Na'Vi не поехали. И даже RockSkiz не поехали. Что-то, короче, получили поляки за то, что они посадили меня в коридоре в прошлый раз. Ну, таким и надо. Будут думать, девелоперы. Кстати, вот Rising Stars взяли не Лешака, а там не кого-то, кто сможет пробивать Living Armor, а взяли ЦМ-очку. Ну, они ж видели, как вчера Na'Vi против ICCAP'а выиграли и поняли, что... Так, а сегодня же разыгрываются слоты на Star-серию, нет? Какой? Чё-то там кто-то где-то там мне писал, что где-то рядышком. Слот на Star-серию? Не, это брехня какая-то. У нас, ну ладно. На про-серию у нас там квалификации идут в семи-про, а на стар-серию у нас только после этого будет слот. После интернешнла там будет. Я так и думал, что вроде бы рано еще. Да, после интернешнла. То есть после интернешнла будет там еще 2 недели люфт перед стартом сезона. Скажем так. Вот тогда, собственно, и что-то может быть, и мы проведем. Просто может вчера быть. Писали, что типа это... Вот там-там-то-там. Гопо врываемся, да, писали? Типа того, да, и я сижу, думаю, что вот если сейчас начнется сезон Star серии, но быть того не может, потому что через 2 недели там уже вылетать. Никто сейчас ничего не будет устраивать. Не-не-не, сейчас сезон, они как бы там. Да, сезон Star серии, сезон, седьмой сезон начнется, вот скоро, он начнется, по-моему, в понедельник следующий, вот. Но это будет аматорка, семи, про серия, то есть скоро... Как в том году было. Да, начнется регистрация, скоро таки по чуть-чуть. Да, где-то в конце августа уже, вот где-нибудь там, в 30-х числах, да. Я понимаю, стар-сезон начнется. Вау. Ого, разор. Вот как-то вот так вот, да? Ого-го. Вот как-то просто вот так вот, вот решили пацаны просто вообще сразу вот всех победить. Мне нравится. Не, мне тоже нравится, кстати, Razer. Razer'а я видел в исполнении команды... как она называется, эта команда? А, эта команда называется Tong Fu. И видел я его в игре за 81 тысячу долларов. То есть в финале DSL'а они играли против ДК. Ты не смотрел эти игры? Нет, но, по-моему, они выиграли. Ну там, да, там 3 игры по 25 минут они выиграли, Tong Fu, ДК. Забрали 81 штуку, ДК оставили с 30 штуками. В любом случае, там они в третьей игре заюзали Разора, и Разор там залетел просто-напросто как не в себя. То есть настолько отлично, что ого-го. Посмотрим, как его будут юзать здесь. Ну, пока все хорошо у них намечается, потому что сейчас они спалят, скорее всего, визажа. Ну, или сейчас Bounty Hunter спалит их. БХ спалит их, но захотят ли драться? У них есть визаж, у них есть темочка с новой, скорее всего. На первом левеле тут Rising Stars должны убивать, просто-напросто. Такое, вот если нападут они какого-то алхимика под деревом, то никого не убьют. Ну да. У него и щиток, и деревяшечка, и зейбл от команды, и ченности, что там может. А нет, сейчас же не может. В любом случае драки не будет, да и все. Ну, да, засали обошли. Шикарное сообщение в чате у меня залетает. Я тоже видел Рейзера только в команде ботов. Обычно они его берут, когда против них катаешь. Блин, когда ты последний раз против ботов в Dota 2 катал? Ну, не дня 4 назад. Что, серьезно? Да, да, но обучение выполнял за шмоточки. О боже, и как они там? Ну, короче, забей. Вообще ничего не умеют. Нет, они вроде бы что-то умеют, но вот если нормально играешь, секунд с 15 они уходят за тавер и стоят там, потому что если они будут ближе, они умирают. И они это тоже понимают. А то есть если сравнять с ботами, которые были, помнишь, в первой доте, эти какие-то модные, потом их выпустили под самый конец первой доте. Ну, когда там какие-то жесткие были, что-то такое, но... Да. Ну, у них просто был чит, им капало 2 копейки в минуту. Да, и экспы больше. А тут, я понимаю, 1-1 идет, не уверен. Ну вот, вот, есть... так, вот так было бы поинтереснее. Но на 1-1 они проигрывают изи. Ну я понял, короче. Не стоит, не играйте люди с ботами. Не, хотя лучше играйте люди с ботами. Не, обучение пройти прикольно. Матчмейкинг сейчас квест. Это борода. То есть как бы у меня тут в френд-ленте есть несколько людей, скажем так, не из доты, да, а из, просто из игрового комьюнити. То есть там маркетинг-директор компании Неваль, там... директора Mail.ru и так далее, короче, и ребята вот начали играть доту, да, 2 дня назад. Ну, потому что дота вышла официально, и вот, надо поиграть в доту. Ну и, собственно, их первые отзывы на игру в доту ты можешь себе представить, да? Ну, борода. То есть заходит 35-летний дядька, который, ну, прекрасно знаком с жанром моба, который играл в лол, который там тот же Неваль разрабатывали там.